The Magnitogorsk is still navigating the canal, while the Sabrazitelny is already tied up at the Kronstadt naval base. Швартовка кормой. Кормой швартоваться тяжелее, чем бортом, как мы стояли в Балтийске, но зато это дополнительный опыт. Очень полезный. Commander Slonov gives an order that might seem counterintuitive. Junior Lieutenant Karakash will take charge of the mooring. Все, понял, значит все, теперь все правильно, нормально. This is a rare opportunity for a young officer to show his abilities. Чтобы корму не тащило никуда. Он будет трещать, скорее всего, и все тому подобное, но ты не обращай внимания, сам главное, закрепилось все. Швартовка кормой в Кронштадте, она сложнее, чем в Балтийске. Осложняется все тем, что корабль швартуется кормой. Но поскольку швартовый командир руководит на юте командир БЧ-3, довериться полностью ему нельзя. Так, ну все, Афганыч, аккуратненько, то есть потихонечку, все, все по командам. Там когда стоп, сразу стоп. Выбирай, выбирай. Травишь, травишь. Вон, все. Чтобы все было, все действия отточены. В Кронштадт я третий раз в жизни захожу всего лишь. Ну и сам никогда не швартовался, а тут бац. Ну и, в общем-то, практически, ну, большую половину швартовки доверили мне. Сколько до стенки? Сколько? 10 метров до стенки. Некоторые моменты, конечно, были опасными. Когда, например, корабль начинал к стенке нести, ну, вот, довольно быстро. То есть была вероятность того, что он в нее врежется, в стенку. Левый борт до стенки 6 метров, корма медленно справа. Как спит? Ну, он опять сделал много чего сделал не так, как надо. То есть пришлось отправить на швартоваться старшего помощника. И они там вдвоем задачу выполнили. Кавалер, вы сейчас и три. Кавалер, сюда, ко мне. Эй, Олегович, быстрее надо работать. Опять на ходовом из-за вас волнуется. Почему у вас не получается вовремя все сделать? Да что, все получается. Блин, люди все расставлены, все делают. Я сколько могу повторять? Подали конец. Выбирает его. Тратите слабину. Увидели, остается 5 метров. Накидывайте уже на кнех. Блин, так и делаем. Как только накинули на кнех, у вас уже должны быть заведены шлаги для того, чтобы начать сразу работать. Мы так и сделали. Так и сделали, блин. Если бы так сделали, этого бы не произошло. Понятно? Здесь на самом деле нужна практика. Вот и все. Было бы больше практики, конечно, не было бы и таких казусов. Вызывали, Ташка? Да. Садись. Собери вахтенных офицеров, с ними надо провести зачет по знаниям. А для этого перед этим сам повтори, сам все выучи. Основные статьи 14, 15, 16 – это действия при сближении, пересечении курсов, уступить дорогу и тому подобное, потому что и при обгоне. Потому что первое, до их голов нужно довести, что они, находясь на мостике, отвечают за жизни людей, за 57 человек. Ну и, соответственно, для того, чтобы их опрашивать, нужно тебе выучить самому, понятно? Так точно. Есть много всяких случаев, когда тупо невыполнение правил этих МППСС, они приводили к каким-то там последствиям плохим. Такое, как, к примеру, в 2003 году Новосибирск с танкером White Point. Да, White Point не уступил дорогу, но там много нарушений было всяких, там было невыполнение требований, но танкер не уступал дорогу, он не знал этих правил МППСС, и чуть не произошла беда, чуть не столкнулись. Поэтому все это надо заставить их выучить, а прежде всего проявить самоконтроль к себе и выучить самому. Понятно? Есть, Тышка? Есть. Все, давай, работай. Прошу, Шень. Давай. Иди сюда, минер. Минер! Сюда иди. Благодаря вашей швартовке я не могу это сделать сам, понимаете, нет? Из-за того, что вы опять не в состоянии сделать. Ваша личная бездеятельность на юте. Во всем это виновато, понятно, нет? Опять вы ни в чем не понятно. Наполовину. Сверху. Половину. Видите, какая у вас не нахлобучка, точно. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ гвардии Кронштадт! Вольно? Вольно! Где трап, минер? Трап где? Трап установить на стенку.
Значит, корабль закончил межбазовый переход. Ошвартовался в городе Кронштадт. Сейчас основная задача – подготовить форму одежды к переходу на Неву. Возможно, она будет сегодня вечером. Значит, навести порядок на корабле. Боцман, приготовить катер к спуску. Все, конечно, все выйти из строя, сделать объявление. Все это наживное, как бы это всего лишь там годик один прошел. Сейчас пройдет еще немного времени, и все, все будет четко, нормально. Будем швартоваться вот так вот просто. Поэтому здесь вахты такие напряженные в этом плане, то есть по расхождению с целями, которые постоянно нарисовываются. First mate Golubev is on watch duty today. He's not actually meant to be studying for his test now. He has plenty of duties to cope with, but he won't get another chance. Читаю международное правило предупреждения столкновения судов. Четко расписано статьи, которые должен знать вахтенный офицер. Предыстория такая, что собралось стадо судоводителей. Все договорились, что вот так и так будем вот по морю ходить. Но смысл в том, что все это перевели на все языки мира. В основном практически все происшествия, столкновения происходят от незнания или от пренебрежения этих правил. Поэтому учим, совершенствуемся. Вот. Я тут немножко подзабыл. Ну как подзабыл, повторяю. Если я не сдам, то это, блин, будет реально косяк, потому что я не могу их не знать. Я ж тут пример для подражания. Товарищ командир, приказ держать курс 300-108, на ромбе 300-108, нулевое положение руля, работает мотор вперед малый, вахтенный рулевой, третий боевой смен, старшина второй системы Мацеев. Нулевое положение руля сколько? Градус вправо. Нормально сделали, да, не сильно? Так точно. Товарищ командир, подводная лодка следует в полигон. Вы подготовьте курс на 300-108 градусов скоростью 8,5 узлов. Обстановка по целям. Слева 100. Транспорт следует курсом 180 градусов. Расходимся левыми бортами. В остальном горизонт чист. Есть. Ты, кстати, выучил 6-ю статью, я тебе говорил? Выучил. Ну, давай. Безопасная скорость. Каждое судно нужно всегда следовать с безопасной скоростью, с тем, чтобы оно могло предпринять эффективное надлежащее действие для предупреждения столкновения. И могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого существующими... При существующих обстоятельствах и условиях. Более точную оценку видимости, которую можно получить... Которая может быть получена измерением радиолокационного расстояния до... При изменении радиационного состояния до... Которое может быть получено... Только что подглянул. Да, я только что подглянул. Тройка с минусом тебе. Ну, сейчас, через 2,5 часа вахта кончится. Придет минер. Ну, будет также сидеть, зубрить книжечку. С фонариком, наверное, уж темно будет.